Когда я в 2011 году стал директором компании, Philips постепенно терял востребованность на рынке. Мы уступали корейцам, тайванцам, китайцам. Это был такой закат компании, медленная смерть. Мы поняли, что нам нужно было заняться радикальной трансформацией для того, чтобы обеспечить себе место в быстро меняющемся мире. Мы посмотрели на нашу основную ориентацию, чем мы хорошо можем заниматься. Мы хорошая инновационная компания. Мы занялись технологиями здравоохранения, потому что поняли, что там много места есть для инноваций, и миру понадобится много новых решений в области здравоохранения. Население растет, население стареет, все больше болезней связано с образом жизни, онкологические заболевания, сердечно-сосудистые. И, наконец, мы сказали, что вместо того, чтобы быть диверсифицированным холдингом, где люди делают массу всяких вещей, давайте сконцентрируемся на здравоохранении, на медицине и сделаем много хороших вещей. Мы сконцентрировались на интересах пациента. Лучшее здравоохранение, более дешевое, улучшим опыт пациентов, улучшим опыт медицинского персонала, изменили масштаб работы. 50% людей, занятых в НЕОКР, мы переориентировали на софт и на науку о данных. У нас порядка 15 тысяч сотрудников работают в НЕОКР, и все они занимались старыми вещами. Мы заменили их, мы переподготовили порядка половины их, и сейчас у нас очень много людей занимаются именно наукой о данных и софтом. Сейчас у нас наибольшее количество патентов в медицинских технологиях. У нас второе место по патентам в области искусственного интеллекта. Просто пример. Ну, понимаете, по образованию я лидер. Вы спросили, кто-то должен встать впереди и повести за собой. Нужна эта путеводная звезда. Понимаете, нужен кто-то, кто скажет, нет, вам не нужны все китайские телевизоры в мире. И мы стараемся мотивировать абсолютно талантливых людей. Исследователи данных, мы привлекаем их для того, чтобы они спасали людей, чтобы эти люди, наконец, смогли принять участие в этих конкурсах в качестве модельеров, скажем. Облачные технологии, предиктивные технологии. Скажем, если кому-то грозит остановка сердца, мы должны предсказывать ее, мы должны предсказывать онкологическое заболевание. Мы хотим сделать это так, чтобы люди уходили домой на следующий день. Все это можно делать более продуктивно, чем в прошлом. Если Соединенные Штаты 80% тратят на медицину, это неустойчивая модель. Нам нужно более эффективно и более действенно работать, использовать данные. Нам нужно более точно сделать медицину. И нам нужно изменить эти отношения в отрасли. Пациент не должен приходить в реанимацию, когда уже слишком поздно. Нам нужны тренеры, которые будут готовить людей к тому, чтобы вести правильный образ жизни. И нам нужны данные, которые расскажут о том, что происходит в организме у человека. И, наконец, мы успешно утроили стоимость компании практически за 7 лет. Мы быстро растем, как и Huawei. Мы очень много выручки инвестируем в НЕОКР. Мы делаем много новых проектов, мы не боимся делать рискованные проекты. И если вы работаете по принципам Agile, вы постоянно можете адаптироваться к развивающейся действительности. И если вы будете пытаться скрыться от перемен, вы не сможете изобрести себя заново. Жизнь слишком коротка для того, чтобы рисковать, скажут некоторые, но от этой ситуации можно получить и удовольствие. Иногда можно что-то сделать еще раз, можно повторить неудачный опыт. Это важный аспект лидерства. И это не просто вопрос одного меня, это не шоу одного человека. Я согласен с Сергеем Кириенко, нужно воспитывать культуру, где это норма. Это культура инновационности, культура предпринимательства. Это не должна быть культура, где люди чувствуют себя жертвой среды. Люди должны иметь возможность высказывать свое мнение, быть настойчивыми,